Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. 23 февраля. Эта часть будет маленькая под монтажик. Клеопатрочка кушает Ромкин борщ с курочкой. Приятного аппетита, друзья. Сегодня Бугюн Хава Гюзель. Уже три части, наверное, на канале. И эта часть будет закат в себя включать. Может быть, даже микс сделаю. Достану камеру зумом. Еще будем смотреть, когда закатик. Сейчас Таня Зайнап еще подает. Вкуснятинка. Вкусный борщик. Вкусный. Борщом я тебя не кормил еще никогда. Полчаса у нас есть примерно до того момента, когда начнет темнеть. Пусто, это здесь красиво и декоративно. Что-то делают на месте, где была кафешка. Смотрите, мамба наша. Мамба моя любимая в 19 году была здесь. Ее нет уже. Хлопковое дерево. Вот их посадили на набережной в оба. Ну, не только их, но их я видел точно. Маленькие с шипами, оно прям видно было. Почему не апельсины, я уже рассказывал, потому что апельсины будут сыпаться, конечно, на набережной, которая красивая, чистая должна быть, оно не сильно. Если бы там были газоны, ну, то есть места, где деревья, да, там можно было садить, но чтобы они на землю падали, апельсинки. А вот именно там, где непосредственно, чтобы они падали на набережную, конечно, там будет некрасиво, поэтому не апельсинки там посадили, поэтому... Давайте до фонтанчика дойдем, многие его любят. Шестой пляж любят. Тут будущие звезды тенниса. Уже маленьким лет по 5, наверное, если не меньше. Маленькие. Смотрите, тут тоже кафешки посносили. Получается, я думаю, что и на 20-х пляжах посносили кафешки, наверное. А здесь что творится? А здесь тоже что-то происходит, видите? Интересно. Теперь тенниса много, видите? Теперь и здесь, и там новые три площадки с теннисом возле Клеопатры. Тут тоже, видите, снесли, но тут помимо места, вернее, того маленького павильона, который стоял, да, помните, что здесь стоял маленький павильончик, строят, видите, огромный какой, нифига себе. Видите, какая длина у него. Ого, привет, кот. Мы здесь не голодные, я знаю. Шестой пляж слева, гордения отеля. Что там, к фонтану можно выйти? Длинный какой будет павильон кафешный. Отель Гордыня. Сейчас градусов 18, но они очень теплые, комфортные, ветра нет вообще. Очень-очень классно сейчас. Слушайте, новый уникальный голос, он меня узнал, да? Еще. Ну, я для кошачьей песни собираю материал, давай еще. Необычный такой голос. Кот, голос у тебя прикольный. Необычный. Как тут классно сейчас. Посмотрите, какие цвета у неба, да? После заката вообще огонь просто. Огонь на небе. Красота какая. А луна уже вовсю светит. Он, смотрите, сквозь между пальмой этим. Смотрите, где она?
Где она, блин? Между пальмой, вон она. Видите? Ух, какая луна. Как будто солнце туда передвинули, просто не ярко светит. Так, что-то надо присесть, кроссовки вытрусить. Песка. Что-то тут что-то не хватает, такое впечатление, что тут... А, ну тут что-то было вот тут, вот, видимо, сетка была, точно. Ну, что тут не хватает? Ну, подходи, я подготовился. Подходи, вот, подходи. Чёрненьких любви, остановился этого покормить. А тут сидел вот там, вот, почти возле фонтана, увидел и сразу примчал. Так, Таня, если я засну здесь на качельке, придете меня разбудите тут. Ну, еще бы меня кошки не нашли, сижу тут с килограммом корма, да? Вот это куриный мито едят, но кто-то его больше любит, но больше все-таки любят синий пакет мито с курицей и рыбой. Тот дороже немножко стоит, чем этот. Ну, немножко буквально. На глазик с корой. Таня, он... Иди сюда, кс-кс-кс. Иди сюда, я тебе тут дам кушать. Иди сюда, кс-кс. Таня, это ж не мороженое, это... Да разве мороженое? Вы уверены, что это мороженое? Да! Да я знаю. Да, нет, тут делали что-то другое да, еще. Я буду. Вот это, самое. Это точно мороженое? Да. Тут что-то другое еще делали. И сколько он стоит? 120 лет. Сколько? 120. Да. Сказала, что мама, мы живем один раз. Мы живем один раз. Я дальше такое попробую. Вот это точно мороженое? Оно холодное? Да, попробуй. Что-то делали типа вафли. Вон мой одноглазый бегает, смотрите. Сиди уже сюда, что ты мотаешься, ну елки-палки. Смотри, оно свежее. Это фрукты, это короче, не эта штука, она его замораживает, получается. Да, там, ты знаешь, это уже смотришь? Ну там молочная основа, да? Да. Там холодильник, типа, оно прилипло, заморозилось, и он его скатывает шарик. Мама, а что мне не дать? Вот типа за кучу посыпать. Шоу для туристов. Ты что хочешь? Если хочешь. А чем это тебе посыпали? Золотыми шариками. Куда там мне до вас? Я ухожу от вас, у меня нет золота. Ну где ты, мой красавчик? Что ты гоняешь тут? Убежал? Он где-то ночует, короче, он днем там проводит, а ночью он сам еще не определился. Пойдем, я в Мигра зайду, куплю себе. Пошел купить себе что-нибудь в магазин, а потом было закрыто, хлебки пекли, вот такой еще не брал, пощупал, очень там свежий. Ну, 33,50 все-таки. Ну так как в Биме. Вот это тут все хлеба вкусные, в принципе, ну. Это полтос, 49 лир, они все вкусные. Там бугдает этот. Карабинистова вкусная. А тут кипекли бывают в такой упаковке, он вообще бомбический просто. С этим я видео на днях выйдет про хлеб, друзья. Сейчас нет этого кипекли здесь. Так, надо выбрать себе какую-то вкусняшку. Они уже по 23 лиры с заварным кремом и с повидлом. Очень вкусные. Пиццу здесь кому-то он подарил, делаем. Эти по 16,95 сейчас. Я сильно жирных не буду брать. Такую, наверное, возьму себе. Смотрите, друзья, Таня живет здесь уже 28 лет, и она сейчас пришла гулять на Клеопатру, они впервые видят памятник Клеопатры, они ни разу не видели цветной фонтан. Я, короче, в шоке просто. Это капуста. Видела капусту, Тань? Да, вижу. Интересно, ее есть можно или нет? Кошку, а собаку я не вижу. Кошка сидела прямо на Клеопатре, я кормил сегодня кошку. Сейчас будем искать Клеопатру, она уже где-то передвинулась. Видите, тут вечером стало еще... Ух ты, какая малышка, иди я тебя покормлю. Сиди. Я черненьких же обожаю. Смотри, какие. Давай, Зинаб, на эту горку. Зинаб,
Давай, чего? Ну, он мальчика выдержал. Заходи вот по этой штуке и по горке съедешь, я тебе покажу. Давай. Давай, не стесняйся. Ты ж хотел. Смотри, там народу сколько, все наши. Ой, мы уже глаз это выйду. Так, карамели не вижу. Вот тут она. Будущая олимпийская чемпионка. Вот тут бы я точно, я бы, наверное, сложился. Ты сможешь так? Я вот так не смогу. Нет. Это надо быть каким-то этим. Чиполлино или Буратино надо быть, чтобы вот так ногами махать. Вот у меня вот такой пес был в 2019 году, который меня сопровождал по всей Алании. Вот похожий был. Еще много тут собак сегодня, кстати. Тут очень часто выступают какие-то известные люди, ну, из мира шоу-бизнеса. Артисты всякие. Я забыл, кто тут был атлетом. Пройдем напрямую по территории. Красиво у них тут, красиво. Смотрите, как аутентично все. Смотри, как здорово, да? Молодцы. Не зря его все любят. И котики тоже, да? А, вот он выход, наверное. Точно. У них еще есть вот такие вот эти, он, если там основной зал, то вот еще вот есть такие вот тюремочки на компанию, допустим, можно собраться. Не знаю, куда мы идем, если тут выход. Может и нету. Я здесь не проходил никогда. Как вы думаете, есть выход или нет? Есть здесь выход или нет, как вы думаете? Выход есть здесь или нет, как вы думаете? Я никогда не проходил, мне кажется, есть выход, да. Большая парковка здесь. Если приезжаете тут гулять, то... Я нашла. Кейфе. Зинаб, что такое кейфе? Кейфе плюс один. Да, все, это уже точно выход, это уже я знаю. Какая машина? О. Ой, кто-то разбил кто-то букву. Безобразие какое, хулиганы букву разбили. Все, фуникулеры уже это. А, летом будет работать крепость ночью. Я думаю, раз крепость будет ночью работать, значит фуникулеры будут всю ночь работать. Нет, с лета, с сезона сначала. 8 часов, друзья, фуникулеры уже не работают. По-моему, они до 7:30 я читал, да? Все уже. Потому что по-любому, как люди туда будут добираться? На фуникулер билет. Там, Таня, билеты разные. Это, наверное, по экстренной кассе вот этой, без очереди. А обычно 200. Нет. Тут, короче, если заходишь вот тут, вот где раньше всегда было, то в два раза дороже. А с той стороны в обход, там в два раза дешевле. Мы в обход заходили. А вы вообще по ВНЖ стояли. Турецким? Это с кем? Ну, с Али, что ли? У нас не было с собой. Мы, блин, дуры, не знали. Турецким тут вообще дешево. У нас не было кимлика с собой. Он говорит, фотографию покажите. Смотрите, сколько людей. Козы Алания и людей просто... Причем они иностранцы все европейцы. Там их человек 50, а больше, чем 50. Вышли мы сюда. Самокатный. Да что ж такое, опять нет самокатного. Странно. Третий день мы приходим, но мы вечером приходим. Еда есть, значит, был. Опоздали, он ушел уже, баюшки. Аланийское время 8 часов 20 минут. Люди ходят по улице Ататюрка. Обменка уже закрыта. Два выходных. Следующие курсы будут в понедельник. Мы в кафе Думан снова. Они еще не успели убежать даже. Они еще почти работают. Али-Баба. Привет, Али-Баба. Привет, привет. Здесь был пятничный рынок сегодня. Мы идем в Чадаш Кундура. Мишка, он висит в полиэтилене. Так, сбегаю к бегемоту. Вчера у него не был. У меня пакетик с едой, больше для него ничего нет. Все отдал Клеопатре, что было. А ему пакетик с едой придется открывать, дорогой. Выхода нет. Улица 25. У меня первая часть сегодняшнего дня была... Или первая, или вторая, не знаю, что раньше выставлю. Я шел по улице 25, днем под солнышком снимал. Так, это где я? Чуть левее надо, наверное, все бегемоты получать. Наверное.
очень мало людей по этой улице. Как иду, как иду. А, на Баяз-Замбак я выхожу, как раз замечательно. Ну, там вкусные пидешечки, Ромажа кушать хочет. Никого здесь. Вот тут магазин на 101 где-то был, я помню. Можно зайти. И ты до последнего не понимаю, это человек сидит или манекен, смотрите, кукла какая. И кот сидит, на него смотрит. Так собрался к нему подходить, потом так смотрю, мне показалось, что это живой человек. Думаю, маленький человек сидит. Потом думаю, нет, это все-таки не человек. Это прикольно как. Тихо, спокойно, никого нет. Пойдем, я тебя кушать, да, пойдем. Подтянулись друзья рыжего, которому он позвонил, да? Ешь, 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 а то же еще приду, заберу. Уже трое их тут. Да не бойся, ты ж видела, что я тебе есть, да. Уже специально в обход пошел. Все к нему прийти покормить. Ну, неужели ж не появится? Обидно было. Обычно сюда выходил. Один раз. О, летит. А я же не знал, что ты туда еще ходишь. Привет. Привет. Молодец, шел слышал. Пойдем кушать. Никого нет, ты один. Тебе пакетик крутой сейчас будет. Фрискисы. Не понял, ты ночевать ходишь туда, где ты живешь там. Никакой пакетик сейчас будет, бегемотику. Привет, мой красавчик. Ты спать уже может, Леха. Ну, у меня вот, несмотря на то, что это крутая еда, дорогущая, да, мягкая в пакетиках, все равно у меня такое впечатление, что когда ему приносишь что-то, то, что мы едим, он с большим удовольствием на это бросается. Вот любит он нашу еду. Да, красавчик. Ой, как оно пахнет, слушай, а я бы эту съел бы твою. Она так пахнет прям. Мясной такой запах, курочки или что-то. Все, пока, бегемотик. Молодец, что выбежал. Смотрите. Еще ничего сказать не успел. Нет, ты чувствовал, что я буду идти сегодня вечером, да? Обычно она вечера не уходит, а ты дождалась. Дождалась. Вот красавица. Все, картина на той стороне улицы идет. Малышка, он корзиночку тащит. Мальчик, по-моему. Годика три, наверное. Он один идет, так и никого нету. За ним не рядом. Ну, наверное, родители вот идут чуть дальше. Ты смотрю, малыш такой вообще с этим, с корзиночкой такой, типа как детская с супермаркета. И никого нету рядом. А вон мама за ним побежала, он от нее улетел от нее. О, тут сегодня опять эта мясная ярмарка. Праздник шаурмы, уже слышу ее запах. Не знаю, что у них тут проходит. Может, кто-то живет в этом районе, напишите, что это, вообще с чего это проводится. Вот именно. По выходным оно уже несколько недель подряд. Но сегодня еще не выходной, пятница. Там очень много делают донеров. И сладости разные. Короче, очень много всего там пекут, жарят. Но сегодня людей, кстати, вроде немного. Или то, что время уже позднее. В принципе, могу сейчас даже зайти туда, пройтись, посмотреть. Боже, ты такая голодная. Целый день сидела возле А101, и никто тебя не покормил. Так обрадовалась, меня увидела, красавица, это знает меня. Так, пойдемте сейчас, ну, я хотя бы покажу с краешку. Сейчас я вас как-то замаскирую, чтобы камеру прям не видно было, прям так открыто. Я вас на плечо повесил, в руке зажал. Скрытый блогер. Смотри, а, тут сегодня не шаурма, тут сегодня масло, сыры, смотрите, сколько всего. Ничего себе. Обычно вот тут вот все были ряды с шаурмой совсем, сейчас тут куча сыра, всякие брынзы. Боже, я столько сыра еще не видел. Офигеть, просто сейчас я отдельно сделаю, наверное, видео. Сделал отдельное видео, это шок, конечно. Боже, там этих суджуков висит миллионы этой колбасы, там тонны этих ичли-кофте, там, боже, там чего только нету. Там все, и сладости. Не знаю, я даже удивлен, неужели так черчхелу местные едят? Я думал, что это в основном для туристов все, черчхела и вот эти все вещи, рахат лукума. Но тут столько черчхелы было тоже. Видео отдельное уже вышло. Кто тут меня встречает? Привет, залазь, залазь. Залазь, ты одна? Привет. Голодная? Вот она, подружка прискакала, и третий еще друг идет. А была еще вторая такая, как ты, а что-то она перестала ко мне пойти. Боже! Если бы вы видели, девчонки, сколько там суджука, он, правда, вот суджуки не любите, наверное, со специями. На, котик, ты новенький какой-то. На, тебе, на, дай котику.
не ожидал, что вы вечером здесь будете. Обычно вас нет здесь. Сегодня у меня тоже рекордный. Ну, когда я хожу больше 10 километров, сегодня у меня около 15. Я, получается, часов с 4. И домой я приду не раньше 10, 6 часов. Но даже если по минималке самое считать, 15 100% будет у меня. Потому что, в принципе, на лавочках я особо не рассиживался. Раз на качельке минут 10 на Клеопатре сидел, а то все время ходил. Устал уже, да. Попробуйте, выйдите, пройдите, походите 5 или 6 часов подряд. Я думаю, что не у каждого это получится. Тем более, если бы вы еще знали, что у меня с ногой. Мира, добра, позитива, всем Алания, 23 февраля. Все остальные части рядом, друзья, снимал очень много сегодня.